МЧС за здоровый образ жизни. С таким слоганом ульяновские спасатели взяли в руки клюшки, надели форму и вышли на лед. Все в рамках всероссийского флешмоба, который проходит в городах страны с 2013 года. В парках, скверах и на катках в неформальной обстановке сотрудники МЧС России напоминают людям о правилах безопасности жизнедеятельности. А своим непосредственным участием в спортивных мероприятиях агитируют горожан вести здоровый образ жизни. Местом для проведения флешмоба в Ульяновске стала ледовая площадка на площади столетия Ленина. В боевой амуниции на коньках спортсмены МЧС сыграли в мини-турнир по хоккею, провели мастер-класс для школьников по технике владения шайбой и устроили соревнования по перетягиванию пожарного рукава. Тем временем на площади развернулась выставка пожарно-спасательной техники и оборудования. Любой желающий мог рассмотреть начинку спецмашины поближе и побывать в роли спасателя. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.